Привет, привет, дорогие друзья, мои дорогие подписчики. Сегодня мы говорим о щитовидной железе. Щитовидная железа. Так, это вот мои медицинский почерк, не обращаем внимания. Так вот, щитовидная железа – это железа внутренней секреции или эндокринная железа. Почему она называется внутренней? То есть, потому что она выделяет свой секрет внутрь, в кровь. В отличие от желез, например, потовых, которые выделяют в пот наружу, да, поэтому это железа внутренней секреции, расположена она на шее, вот это я рисую, это трахею. Вот так вот расположено. А тут дальше уже расположены легкие. То есть здесь идет воздух. Здесь чуть выше расположен перстневидный хрящ. И еще чуть выше наш щитовидный хрящ. Это вот вот это самое место это кадык, да или адамовое яблоко, которое у людей двигает. И вот внутри нее расположены голосовые связки. Она непрозрачная такая, но представьте, что там внутри они находятся. Будьте уверены, они там есть. Я знаю. Так, где наша щитовидка? И щитовидку я нарисую каким-нибудь другим цветом, например, фиолетовым. И расположена она. Вот тут, вот в области щитовидного, персневидного хряща и немножко трахеи, колец трахеи. Вот в виде бабочки состоит из двух долей, правой и левой, вот, правой и левой доли. И что у нас здесь особенного? Она получает свое кровоснабжение из верхней щитовидной артерии, это самое основное. Вот такая вот верхняя щитовидная, почему я про нее вам говорю, не медикам, потому что во время операции, если вам когда-нибудь скажут, что вам нужна операция на щитовидке, вот эти все артерии пересекаются, прежде чем щитовидная железа будет удалена. Да? Здесь есть еще одна очень важная структура – это возвратные нервы. Они вот тут вот два вагус крупных нерва, они отделяются от них, вот так вот огибают и идут вот здесь и впадают возле перстневидного и щитовидного хряща. И здесь тоже она отходит, вот так вот огибает и впадает между перстневидным и щитовидным хрящом, и они иннервируют вот эти голосовые связки, которые внутри расположены. Помните, я про, него, про них вас только что про них вас вам рассказал, только что вот, вот эти голосовые связки, которые расположены внутри. Если вдруг во время операции что-то происходит с нервами, вот с вот этими нервами, если что-то происходит, то есть если хирург не выделяет их, то возникают проблемы с голосом. Возникает или осиплость голоса, а если с обеих сторон вот так вот он пересечет по ошибке, то возникает полностью афония и Помимо этого поперхивания пищи, очень много осложнений. Поэтому это такое достаточно серьезное осложнение, которое не должно происходить во время нормальной операции на щитовидной железе. Это большая редкость. Так, двигаемся дальше. Еще есть еще одна важная здесь структура. Это пары щитовидной железы. Они расположены чаще всего возле верхнего и нижнего полюсов. Но это чаще, но они могут располагаться где угодно. Часто достаточно они питания получают с самой щитовидной железы или с сосудов верхних и нижних щитовидной железы. Они так, очень тесно спаяны и тоже должны быть сохранены. То есть, вот эти вот наши железки паращитовидные тоже должны быть сохранены во время операции на щитовидной железы. Очень важно, потому что они регулируют обмен кальция. Так, я думаю о такой базовой структуре щитовидной железы мы закончили, скажем так, хирургической, на что обращать внимание. И давайте я еще вам покажу уже саму щитовидку. Вот она, без уже вокруг структур. И что у нас в щитовидке есть? Есть вот такие вот кусочки маленькие. И я этот кусочек вот здесь нарисую пошире. Сделаю его таким оранжевеньким такой вот фолликул. Все время говорят в щитовидной железе про фолликулы. Вот они и есть, вот такой вот цветочек. Вот тут вот посерединке расположена жидкость. Я ее удалю. В этой жидкости плавает йод. Наш тот самый йод, вот он плавает вот здесь. Вот эти клеточки, которые вот лепестки цветочка, это как раз Клетки фолликулярного эпителия, то есть это клетки щитовидной железы. Вот они. А гормон щитовидной железы. А у них есть два основных Т3 и Т4. Они как раз продуцируются вот здесь, в этом фолликуле. В Т3 три молекулы йода, в Т4 четыре молекулы йода, да, это понятно. Так вот, Т3 очень активный гормон щитовидной железы, самый активный, в несколько раз превосходит активности Т4. То есть, если вот так их поставить, то Т3 будет гораздо сильнее. Щитовидная железа синтезирует немножко Т3, но больше Т4. А, но Т4, когда приходит уже вот так вот Двигается к тканям, к клеткам ткани. Т4 уже в тканях превращается в Т3 и работает чаще всего в виде Т3. То есть 3 йод тиранина. И этот основной гормон нашей щитовидной железы самый функциональный. Итак, для чего нам нужна щитовидка? Давайте об этом я расскажу в следующей лекции, чтобы не загружать эту.